Даже при полном успехе на массово доступную вакцину можно будет рассчитывать только к середине следующего года. Пока нет вакцины, у нас есть ответственность. Новые навыки. Дом. Пока нет вакцины, у нас есть солидарность. Забота. Поддержка. Участие. Пока нет вакцины, у нас есть герои. И благодарность. Мы не знаем, как скоро вакцину найдут, но пока нет вакцины, у нас есть мы.